привет! Меня зовут Оксана. Живу я в Испании, в городе Мадриль. Как вам такое приветствие? Что-то новенькое, да? Я вчера сварила картошки с тушенкой. Кто любит картошку с тушенкой, признавайтесь. А еще я туда обжарила лучок. Ой, какая же это... Ой, вкуснятина. А еще это у меня гаспачо. Сейчас как захаваю. Смотрите. Причем разогревать я ее люблю на сковороде, чтобы она такая, знаете, с корочкой была. Ой, люблю пожрать. Что могу с этим поделать? Да. Вот. Такие у нас пироги. Заехала в Лидл. Купила хлеб. У меня хлеб закончился. Мой, который я ем, черный. И что-то еще. А мороженое купила. Кстати, вот черешня уже пропадает. Все-таки килограмма мне много. Муж мне ее вообще не ест. Вот хочу компот, наверное, сварю. Не выбрасывай же. Да, иди, да, иди, да. Хлебушек все свеженький, мяный. А еще вот такие булочки. Вот эти. Ну, это типа донутс. Только он с начинкой. И это вот фруктовый, это как наши пирожки. Прям вот один в один пирожки. И там с шоколадом. Блин, сковородка уже разогрелась. В общем, пипец. Пирожки, картошка с тушенкой. Понятно, да? Ой, хлебушек такой свеженький. Я уже корочку съела сразу. Я корочку сразу ем. А что она там будет лежать? Ой. Нет, хотя вот одна еще осталась. Сейчас я ее тоже захаваю. В общем, я когда с работы прихожу, я готова съесть кого угодно. Так что встретимся с вами после обеда. Гаспачо. Картошечка. Рецепт гаспачо у меня есть на канале. Вот такой вкусняцкий. Заходите. Сейчас на лето вообще оптимально. Находится где плейлист. Рецепты. И вкусняцкий вообще. Это как и суп. И так же, как и томатный сок, прохладный напиток. У нас ветер. Смотрите, как шторка ходит ходунами. Хотя открыта одна дверь. Пошла я кушать. Ездили в Меркадону, в Алькампу. Кстати, чек. Где у нас чек? Вот, должно быть. Но потом съездили на пляж. Там такой ветроган. Невозможно находиться. С Чарли погуляли. Пипец, я даже замерзла, представляете? Сейчас вам скажу, что почем купила. Вот всего я купила. Сейчас вам по чеку скажу, что у меня тут получилось. Вот так начнем. Ополаскиватель. Вот этот. Это Меркадона у нас идет. Он евро 79 стоит. В туалет. Я люблю вот с такой с белизной, чтобы был. Он у нас евро 23 стоит. Ногти, конечно, у меня от... Не смотрите, от муж малый. Аквариус. Пить так захотелось. Купила аквариус. Евро 55. Так. Это Чарли. Вкусняшки. Вот они идут все. Это для зубов евро 98. И вот такие все. У него вообще уже целую неделю никаких вкусняшек нету. В машине еще одна вкусняшка осталась. Они все идут по евро 19. Вот евро 35. В общем, недорого. Так, Фреса. Это у нас шоколадка. Это мой
Хотелочка, хотелочка, к чаю иногда так хочется чего-то сладенького. Вот шоколадочку купила. Она у нас стоит 80 копеек. Потом буду суп варить. Купила вот такую вот свежую лапшу, что ли, как ее назвать. Свежая, то есть она не сушеная. Она у нас стоит, я хоть с вами посмотрю, евро. Так, салфетки. Их две. Одна в машине осталась, потом заберу. Евро 0,5 стоит. Хлеб. Здесь 11 штук. Вот такие таможу. Такие вот они, смотрите, какие мягенькие. Я их сейчас заморожу и по одному ему буду доставать. Они у нас тоже евро стоят. Представляете, 11 штук евро. Так, 4 сыра. Это вот это у нас. Оно стоит... Так, 4 сыра. Где? Где? Евро 59. Сосиски с сыром. И иногда в охоточку, когда нечего есть и быстренько-быстренько, когда надо перекусить. У кого-то пельмени. Ну, у меня тоже есть пельмени, но муж пельмени не ест, а вот эти сосиски вроде бы как ест. Они у нас стоят евро 18. Курицу купила к супу. Здесь вот половина. Половина курицы. 3,53. А, здесь слишком килограмм, в общем, 3 евро килограмм стоит. Так, кефир. Кефир Меркадони. Мне нравится больше всего кефир Меркадони. Он у нас евро стоит. Евро 40 стоит. Кальмары в собственном соку своей вот этой вот краски. Как там? Ну, не краска, но вы поняли, да? Евро 69. Тунец. Здесь 6 штучек. У нас тунца. Это в подсолнечном масле. Есть в оливковом масле. В общем, я в подсолнечном как-то беру. Больше мне нравится. Оно стоит у нас 3,50. Сыр. Вот такой кусочек. 3,88. Вот. Что-то захотелось сырку. Сырочек поедим. Этими никогда не пользуюсь. Кубиками. Но иногда... Ну, как никогда. Иногда очень редко пользуюсь. Смотрите, здесь даже и оливковое масло, все дела. Прям хоть так ешь. Евро 25. Апельсины. Мы делили апельсин. Там у нас 6 килограмм. 6 килограмм 4,74. Чего? А, яблоки. Яблоки Фуджи. Фуджи. Евро 47. А еще что? Асанти. А, вот, да. Арбузы, самое главное. Арбуз. Пол арбуза. Здесь 4,800, почти 5 килограмм на 5 евро. Меркадони обычно хорошие арбузы. Так, а валькампу я купила совсем немножечко. Что забыла, в общем. Я купила вот эти чернику. Здесь полкило. Оно 4,69. Вот, молоко полужирное, когда написано семидезнатада, это значит оно полужирное. Есть дезнатада, которая не жирная, и энтера, которая обычное молоко. Молоко стоит евро 0,9. И яйца. Представляете, на Пасху искала яйца белые, нигде не было. Сейчас в Алькампо их. Пруд пруди. Все яйца белые. Вообще пипец какой-то. Всегда беру класс L. Есть Эми, XL. Ну, вот как-то средний L беру всегда. Они у нас евро 44. И все. Вот мои покупочки. Один чек у нас вышел на 45 евро. И другой чек у нас вышел на 8 евро. Вот так вот. Такие вот покупочки. Вчера муж принес еще помидор. Буду делать на завтра гаспачо. Видите, какие классные помидорчики. Гаспачо сделал. Он привез помидоры. Ну, ему там дали. Кстати, вот тот же мужик, что и говорит, сейчас он, ну, там что-то взял ремонтировать. И говорит, нафиг вы купили эти апельсины. Говорит, у меня же много апельсин. Я говорю, ну вот, блин. И, в общем, он нам дал этот мужик. А, и огурец вот такой. Так что прям все есть для гаспачо. Вот, знаете, все это все. А вот
А вот масла от оливкового у меня совсем мало. У меня муж прям его любит, знаете, чуть ли не ложками кушать. Куда столько? В общем, вот такие дела. Ой. На пляже все люди, конечно, имеют желание уже покупаться и все. Но, блин, там такой ветраган и довольно-таки прохладный. Ладно, буду разбирать все это и складывать, что в холодильник, что куда. Поставила варить супчик куриный. Приготовила лук и перчик. Морковки нету, к сожалению. Я почему-то про нее совсем забыла. В памяти совсем не осталось. Сейчас хочу себе арбуз есть. Поесть. Смотрите, как у меня муж зашибись ест арбуз. То есть он вырезает вот эту вот верхушку. Серединку, да? Самое вкусное. Ну, типа такой вот он умный. Вырезал себе верхушку, серединку, а ты типа ешь как есть. Типа это не я. Умный, конечно, не дурак. Вот так. Если смотреть вот так, ну то видно, видите? Он аж ее так вот выворачивал, вот так. Говорит, вкусный какой. Ну еще бы серединку сожрал. Ну ладно. Посуду заодно помою. Там не очень много посуды, но все-таки есть. И вот на завтра, хотя у меня еще осталась и картошка, и гаспачо там, наверное, не знаю. Я делала 5 литров, представляете, гаспачо. Ну, это как сок томатный. Я сейчас наверну тоже себе стаканчик, бокальчик холодненького такого супчика. В общем, жратвы дофига. Супчик мне прям понравился. Я вот в прошлый раз делала куриный с лапшой вот этой вот свежей. Прям такой вкусный, как настоящий домашний суп. И вот сейчас решила. Жалко, морковки нету. Так прям. Ну ладно, что есть. Бульончик готов. Пахнет вкусно. Завтра просто порционно буду наливать и добавлять лапши. Лапша варится 2 минуты, поэтому все это быстренько. Я сейчас иду белье снимать. У нас ветер стих. Но обычно всегда, если ветер идет с той стороны, ветер де леванте здесь называется, то к вечеру он стихает. На завтра передают 5 градусов больше, чем сегодня, представляете? Жара, что ли, начнется? Ну, ветер. Ну, ладно. Буду белье снимать. Тут у меня висят розовые тона, мои любимые. Конечно же, мои любимые. Ну, знаете, прям свежо. Я так уже хожу и даже не буду показывать, как. В общем, хожу полураздетая. И у нас уже так свежо, прохладненько, скажем так. Буду белье снимать. Сижу, жду заключительную серию сериала «Все могло быть иначе», 16-е. Оно как-то выходит, ну, видимо, сначала по телеканалу. Уже не помню, по какому оно каналу идет. А потом в интернете. Но мне и лучше. Я сходила, белье сняла. Сейчас пойду чай заварю. Чарли со своей. Кстати, смотрите, какая долгоиграющая игрушка. Да, я все еще укрываюсь пледом. Представляете? Вот. И вот такие дела. Сейчас пойду чайку себе заварю. И посмотрю сериал. Заключительную серию. Интересный фильм. Все могло быть иначе. И у меня сегодня по плану... как он называется-то? Остров. Господи. Супербивиентес. Последний герой. Так что у меня сегодня вечер заполнен. Буду с вами прощаться. Не могу сказать до завтра. Может быть до завтра, может быть не до завтра. Я не знаю. Муза еще не вернулась. Не вернулась. Может быть, это какая-то весенняя хандра или что-то еще. В общем, ну все наладится. Жизнь идет своим чередом. И обязательно все у нас будет хорошо. С чего я вам желаю. Всего самого наилучшего. Никаких огорчений, только счастье, радость. И, в общем, всего-всего самого лучшего. Всем пока-пока!